А теперь ты представляешь? Давай у нас уже как будто свадебная фотография. А давай так китайцам сейчас отправим коротенький видосик моим партнерам. Понравится ты? Нет. Вот давай так. Мы сейчас записываем. Нет, это все несерьезно. Не подумай, что ты с какой-то проституткой в машине. Нет. Тем более, какая фотография в этом гребаном каком-то тракторе. Посмотри на это. А не, мы потом зафотосопим. Нет, надо уже с кольцом отправлять фотографию, чтобы ты сказал, это моя невеста. Я сделал предложение, и я женюсь. Сереж. То есть ты реально классно? Готова? Нет, готова. Вообще идея нормальная. Сейчас загрузится, и мы посмотрим, какая у нас будет дочка красивая. Я просто понимаю, что хочу сделать. Я все-таки хочу девчонку... А когда ты с дочкой приедешь на встречу, ты понимаешь, у вас идет серьезная встреча, и тут забегает доченька и говорит тебе, папа, папа, ты мне обещал, что ты это... И ты им говоришь, извините, но меня ждет моя маленькая принцесса. Не, я... Я тебе сказала, ты понял меня?